Венесуэла переходит на криптовалюты. Как сообщает CNBC, сейчас гиперинфляция национальной валюты боливара привела к тому, что люди переходят на биткоин. Венесуэльцы все больше используют биткоин даже для повседневных нужд, таких как покупка еды, детских подгузников и медикаментов. Вследствие гиперинфляции электричество очень подешевело, и многие, чтобы выжить, взялись за майнинг биткоина. Имея несколько майнинговых устройств, в Венесуэле можно получить около $500. И это считается хорошим заработком для семьи на месяц. Впрочем, правоохранительные органы наказывают за такую деятельность. Несмотря на отсутствие закона о криптовалютах, полиция продолжает арестовывать майнеров.